Давайте посмотрим на вот эти вот колоски и сделаем такую параллель, проведем. Те люди, которые приходят в интернет-бизнес, одни на пассив, которые желают получать результаты, да, не приглашают. Другие же с разными опытом, умениями, навыками ходят и развивают бизнес активно, да, развивают свою структуру, сеть. У кого-то она такая небольшая, у кого-то громадная, побольше, много плодов. Поэтому тот и другой вариант, он, естественно, интересен, если компания стабильна, если в ней можно зарабатывать десятки лет, как многие мы желаем. Да, естественно, такие есть инвестиционные проекты, но их нужно умело и правильно выбирать, анализировать и действовать. Если есть действие, как мы видели, есть огромный результат. Если мало уверенности, компания серьезная, да, в одном и том же бизнес-проекте развивается, но результаты могут быть разные. У каждого свои плоды от его труда. Поэтому выбирайте актив или пассив, что вам, ну а также бизнес-партнера, который вам поможет развиваться в этом. Вот. Я также буду рад помочь вам, поделиться опытом. Меня зовут Владислав Скальбок, Украина, город Херсон. Так что до встречи в Skype, Владислав Скальбок, или посмотрите контакты под этим видео. А также найдете в соцсети ВКонтакте, Facebook, YouTube. До встречи в эфире. Пока.